Добрый день, уважаемые. Create of Entertainment подвез немножко новостей. И это новости будут о предстоящем DLC. А с вами Валера МХМ. И давайте мы более детально ознакомимся с тем, что нам анонсировали. Добро пожаловать обратно в мрачное злоключение. 24-й год уже совсем близко. Капитан Очевидность. Поэтому мы подумали, что в конце года будет приятно заглянуть за пресловутый занавес. Мы усердно собираем для вас еще одно захватывающее дополнение, изобилующее новыми локациями, предметами и монстрами, которые вы сможете исследовать, грабить и убивать. Надеюсь, именно в таком порядке. Как вы можете себе представить, что-либо достаточно устойчивое, чтобы выдержать жестокий холод вершин Астеркарна, не станет проблемой. Давайте взглянем на пару этих жителей Запада. Рок, ступайте осторожно, поднимаясь по замерзшим ледникам и следите за небом, поскольку хищник, стремящийся превратить вас в свою следующую добычу, еду, может находиться не перед вами, а далеко наверху. Ну, ничего, собственно говоря, нового, у нас уже гарпии летали и сверху набрасывались, то есть те же, только в профиль. Рухи – массивные птичьи существа с размахом крыльев, которые легко затмевают человека, с готовностью отстреливают оставшихся в стадах. Отстреливают рухи? Ну-ну. В стадах животных или неосторожных путешественников. Эти злобные птицы бывают двух распространенных разновидностей – мороз и буря, стихийное родство, которое они используют, чтобы подчинить себе добычу. Легенды рассказывают о славном камне, из-за которого даже ветры Астеркарна меняют свое направление. Шерстистый носорог. Ни один зверь не является более похожим на земли Астеркарна, чем шерстистый носорог. У этих животных толстая шерсть и еще более толстая кожа, защищающая их не только от непогоды, но и от смертельных хищников. Это, конечно, не единственная их форма. С вашей стороны было бы мудро не оказаться на стороне одного из их славных рогов. Но даже могучие носороги не могут противостоять коррупции. Видимо, здесь должно было быть другое слово, но вот автоматический перевод так это решил обозвать. Скорее всего, это какая-то зараза, болезнь, которая распространяется по Астеркарну, угрожая земле и ее людям, а возможно и всему Каирну. Эти паршивые твари страдают от зловещей болезни, ну да, действительно так и есть, из-за которой они навсегда изуродованы, но от этого не менее опасны. Да, что вы говорите. Конечно, это только начало, поскольку в следующем году мы углубимся в клыки Астеркарна. Свежо предание, довериться с трудом. Ну, дай бог, дай бог. Вы узнаете все о предстоящем мастерстве Берсерка, ну, скорее бы уже, уникальных испытаниях режима Асцендант, людях Курн и многом другом. Например, знать, что будет дальше с Гримдон? Возвращайтесь 22.01.2024 года, через месяц. Это еще две картинки нам нарисуют, чтобы узнать о следующем мрачном злоключении. Ну, в любом случае, новости есть, я вас с ними ознакомливаю, как у нас уже завелось. Все, всем делюсь, всячески ретранслирую и положительные, и отрицательные моменты. А говорю, как вижу, как думаю, чистую правду и ничего, кроме правды. Ну что ж, с вами был Валера МХМ, на этом можем заканчивать. Заглядывайте в гости, подписывайтесь на канал, в соцсети, заходите на трансляции. Всем добра, здоровья и мира. Пока-пока. Ты заходи, если что.